В Магадане начался осмотр клумб конкурса «Северное соцветие 2020. Лиса, лебеди и бегемот». Этот зверинец – цветник, декорированный собственными руками. На территории 60-го детского сада по улице Портовой развернулся волшебный лес. Так называют свое зеленое творение сотрудники организации. Ромашки, васильки, календула – растут здесь и многолетники, и однолетки. Создать волшебный лес помогли родители воспитанников сада. Приносили саженцы и закупали семена. По словам воспитателей, их гордость – ландыши. У нас на одном участке, где гуляют маленькие дети, посадили ландыши, и они нас хорошо перезимовали и радуют нас. И мы все ходим и любуемся, они самые первые зацветают. Также на заднем дворе детского сада сделали свой огород. На нем растет земляника, клубника, кабачки, редис, горох, лук и укроп. В здании на окнах выращивают огурцы. Работники сада рассказывают, что после того, как урожай созреет, им угостят малышей. Потом мы будем все это передавать на кухне, чтобы они нам приготовили что-то вкусненькое. Смотр дворовых цветников будет проходить до конца недели. После того, как комиссия оценит всех участников, организаторы выберут 3 победителей. Специалисты отмечают, что больше всего ценятся участки с большим разнообразием цветов. В детских садах такое разнообразие есть. Очень хотелось бы отметить детские сады. В этом году многие детские сады не работают, детишек нет, но мы видим старания педагогов, старания родителей, которые очень заботливо, очень внимательно к этому конкурсу относятся. Конкурс в 2020 году проводят в 5-й раз. В комиссию по оценке входят представители городской администрации, общественной палаты, комбината зеленого хозяйства, городского отделения Союза художников. К следующей неделе определят 3 победителей. По словам организаторов, приз – денежное вознаграждение.